Добро пожаловать в радио-холл нового радио. Live from Moscow. Прямо сейчас. Живая среда. На новом. Привет большой! Это Кирилл Калинин. Здесь все. Здесь зрители в студии. Здесь те, кто наблюдают за процессом в нашей группе ВКонтакте, на нашем сайте newradio.ru, в группе в Одноклассниках. Здесь, в конце концов, уже тот, ради кого мы здесь сегодня собрались. Короче, все готово для начала нашего мегапроекта «Живая среда». Здесь должны быть аплодисменты. Ну и, конечно, я должен объявить, хотя все уже и так в курсе, имя хедлайнера нашего лайв-проекта на сегодня — это Лочи, а.к.а. Локдог, а кому-то просто Саша. Саша, привет! Здрасте, привет всем. Здрасте. Он, как всегда, скромен. Раскрою секрет. Александр на этой сцене выступает не впервые. Третий раз, по моим скромным подсчетам. Саш, ты вообще можешь считать себя членом нашего коллектива? Ну, мне нравится у вас, как вы молодцы, хорошо все построили. Он уже и чашку принес свою, и чайник. Да, чаек мы пили до того. И пользуется моим ящиком. Мне не жалко, потому что мы, считаю, уже как бы одна команда, одна семья. Ну, оставляйте меня, все, что вы здесь. Ну, не знаю, надо поговорить с начальством. Что произошло за время твоего отсутствия? Какие движения, что нового? Очень много произошло всего, да. Но на самом деле сейчас в студийной работе по большей части нахожусь. Вот, происходил чемпионат, да, в стране, поэтому, наверное, все были как-то вот в этих вот событиях. Тоже удалось посетить несколько мероприятий, там, да, побывать в Саранске, например, да, там, в Москве на замечательных мероприятиях с чемпионатом. Полюбоваться, так сказать, да, этим общим движением, поучаствовать вот в этом вот общем единении и кураже. Это если говорить о жизни. А если говорить о творческих планах, то очень много сейчас пишем нового материала. Пишем новый альбом, рэп-альбом и много интересных синглов. Сегодня-то как раз мы услышим новинки или проверенные темы уже. Нет, сегодня проверенные темы, только проверенные темы. Мы не против. Давай к делу. Поехали. На старой машине среди молодых людей, стремящихся к абстрактной вершине культа успешности, который жадно губит их вечность, создав свой стиль из жизненных соблазнов или осечек. Чаще молчу, крича, мои подельники спугнули чудо, путая субботы с понедельниками. Тот рисунок рисовали мы будто одной поставленной рукой. Респектую тем, кто делал это ради смеха, тем, кто написал лучший альбом в метро, греясь между станциями, не найдя куда поехать, тем, кто среди выстрелов душевный лекарь, безвозмездно отдающий тонущим свое добро. Я знаю, бро, схема сложна, и мы взрослеем рано. Знаю, нам еще не раз светиться в холодах экранов. Когда приду, чтобы тебя спасти, гостями чистой дискотеки прямо с края нашей пропасти. Часто себя чувствую лишним, но я пою простые песни мимо нот. И в этом моя фишка, в этом моя главная фишка. Братишка, какая мода мне. Говорят, так долго прожить нельзя, но после в этих строках ведет себя. Ведь я их не дурачу, это моя главная в деле задача. Включай, я начал обнажать упревшие части сердец. Тем, чем мы шутили, этих хаслеров можно задеть. Но не об этом речь, скорее о том, что в этих шутках потерялось, и о том, что удалось беречь. Про крепкую дружбу до мусорского приема, чудное зелье, прополовшее грядки района. О том, как отыскать добро, отвыкая от зла, и как в этих метаниях срывается хлипкая крыша. Что было на
настоящем, иду по шагам назад свою историю. В глаза тех, кто был мной обижен, смотрю, прошу прощения, требую мира. Ты хочешь окунуться в это, тогда продюсируй. Учи их рынок, чтобы сделать им хит. Но ты не знаешь, от чего и как их город не спит. И как расти в героев из растений. Кидаю здесь респект всем своим, кто в теме. Тот понял, что часто себя чувствую лишним, но я пою простые песни мимо, но и в этом моя фишка, в этом моя главная фишка. Братишка, какая мода мне, говорят, так долго прожить нельзя. Но после в этих строках ведет себя, ведь я их не дурачу. Это моя главная в деле задача, включая начал. Спасибо. Со мной сегодня здесь группа Ницшес, дорогие друзья, дайте для них аплодисментов. Тягу к высокому, лишь хотел расправить крылья, что в нитях твоего кокона. Рэп мой коронный номер, но мы люди без корон. Не забывай, что все годы я лишь был одной из сторон. Искал простор там, где другие падали мертвым. Братьев и сестер встречаю жизнью перетертыми. Прости, что мирясь чужое нам истины, превратились из бойцов-философов в сонных мыслителей. Прости, был принят первый раз, когда не был взрослым. Не знал о рэперах с мечтами о новых кроссах. Джордан и Форсы, наши яблоки и лакосты. Их материальная тюрьма, наше сознание в космос. Помнишь? Прости, что связан с коммерсами промысел, который по праву был твой целиком и полностью. Хочется большего, но потом, вернувшись в свой район, смотрю на звезды, понимаю, что каждому свое. Сыщику Роллс-Ройс, нищему вино, страждущему боль лишь, любящему миру ног. У нас все есть, братик, чтобы идти вперед и не слышать слова «хватит», но каждому свое. Важному песок, скромному поклон, жадному кусок, бескорыстному все целиком. У нас все есть, братик, пусть даже в этой тесной хате. Если мы чувствуем, значит живем. Этот стиль непременно криминал. Как 3 года рамсить за 6 букв своего имени. Развившись до вершин, оставаться почти невидимым для мира, что под зовы инстинктов движется гибель. Сплен, преследование жизни, флирт с чужими и бизнес. Спрашиваешь, почему потом мы все чувствуем кризис? Не видя дальше своих комнат, зубрим катехизис. Гордо повествуя на попойках, куда докатились. Истина в том, что так же и вы похожи с нами настолько, насколько нами же раздражены. В том, что ни капли меньше не клинит, когда кредитные карты сменят заборы отделов и клиник. Близится финиш, слышен мой смех. Приложив высшее из усилий, срываю шага на бег. Рассвет на Big Rain переворотил все, что мы тут поем. Это как будто бы был сон в нем. Каждому свое. Звездам небеса, гением, трудом. Тем, кто решил, что я устал, еще один на альбом. Кто это здесь? Лучше, если не забыл мой почерк. То мы многое еще пройдем. Каждому, каждому, каждому. Если мы чувствуем, значит живем. Каждому, каждому. Каждому свое. Страннику ветра, штурману туман, выросшему в урбане многоэтажные дома. Там все есть, братик. Порой то, что им хорошо, для нас не катит. Ведь каждому свое. Мелкому кураж, опытному быт. Мне же хоть момент, где очнусь таким же, как и был. Там все есть, братик. А если есть, то надо тратить с теми, кто примет нас с тобой любым. Спасибо.
Саша Локдог сегодня в лайв-версии в мегапроекте «Живая среда» на новом радио. Саня, я когда готовился к интервью, знал бы ты, сколько я интервью, собственно говоря, других твоих просмотрел и прочитал. Да, я теперь все знаю. Все очень похожи между собой, поэтому, я думаю, можем было ограничиться двумя, ну, максимум тремя. Ну, тем не менее, я где-то вычитал, что у тебя в плейлисте бывают и «Руки вверх», и «Продиджи». Но сейчас не о них, а те, кто покруче «Продиджи». «Земфира» и «Монеточка». Актуальная тема последних дней. Ты слышал про этот, ну, не конфликт, а высказывание. Ну, что-то слышал там, ну, да, там, краем, где-то. Там Земфира высказалась про гречку, про монеточку, которая сейчас набирает популярность. Да. Сказала, что гречка вообще далеко не красавица, ужасный голос. Монеточка еще вроде как более-менее. Что ты думаешь о подобных вообще выпадах звезд больших в адрес начинающих? Ну, я вообще как бы думаю, что в таких случаях, да, лично я всегда воздерживаюсь от каких-то негативных высказываний, да, потому что некая, ну, вкусовщина, да, как по мне, она не может быть выдана за твое единственное, там, да, какое-то верное мнение, вот, а так, ну, как бы, много новой музыки тоже не находит у меня, там, какого-то своего отклика, да, и многое из этого я не понимаю, но... Когда мы начинали, также было очень много людей, которые не понимали то, что мы делаем, да. То есть это вечный конфликт, и как бы просто оно так и есть. Но ты слышал, допустим, «Монетку», какие-нибудь ее работы? Я слышал, но мне не близко, да. Ну, прикольный продакшн. Ну да, там, все, да, к Земфире, короче. На ее сторону, да, переходишь? Но если брать музыку, то безусловно, да. Слушай, ты вообще такой вот, тебя трудно зацепить. Возвращаясь к тому, что я все перелопатил. Где вообще? Сейчас без хайпа, ну ты знаешь, никуда. Кого-нибудь лохматым назвать там, я не знаю, или толстым этим газовиком. Где вот это все? Саш, ну надо как-то... Пока как-то, слава богу, знаешь, удается собирать вокруг себя людей, которые, ну, любят послушать музыку, да, по большей части. И как-то об этом, ну вот как-то об этом. Но все равно не хочется там... Я даже не могу там в Твиттере куда-то, да, если меня человек плохим словом как-то обзовет, мне проще ему набрать или даже проще подъехать приехать, и как бы, да, к нему, потому что, ну, как-то так, не могу я вот так вот. А как вы раньше, когда не было всяких интернетов, ну, так то, делали, фейсбуков, мы твиттеров? Мы как бы встречались и как-то пересекались и друг другу все рассказывали. Оно как-то при встрече, знаешь, совсем по-другому звучит. Да, слушай, до кулаков доходило, вот до разборок. Ну, или вы, типа, на сцене все, словом? Нет, конечно, нет, не на сцене. Да нет, ну, как правило, все при встрече нормально решено. Я его хоть как-то вывожу. Оказывается, он может и всечь, если что. Так что поаккуратнее с Сашей. Саш, что дальше? Какие песни ты споешь нам в следующем блоке? Песни «Голоса». Поехали. Я смотрю на тебя, будто бы я в первый раз ушел в отрыв. Ты мне напоминаешь детство, где мы все были добры. Я не хочу строить иллюзий. Однажды ты поймешь, как тяжело с тем, кого часто предавали люди. Но я прощаю их, я больше не держу в себе яда. Смотри, он съел меня всего, но это не беда. Классно просто гулять с тобой рядом, где шагнуть хотя бы шаг мне постоянно стоило труда. Белые полосы уничтожили тончайшее, знаю. Вряд ли мы в аду, если я замерзаю. Карма безжалостно настигая, морочит меня. Ты смешная, когда учишь, как делать нельзя. Этим смехом я пугаю соседских детей. Ты лучше и не срезанные дубли со мной на фите. Хитрее всех систем, на которых сидел. Ты просто не бросала в беде. Здравствуй, я здесь. Это больше, чем я есть. Это больше, чем весь мир. Меня тянет, как магнит, к тебе. Дай еще шанс, если больно дышать. И закрыты глаза, я услышу голоса. Я смотрю на тебя, будто бы я в первый раз ушел в отрыв. Не знаю, засмеешься ты, как раньше, или же навзрыд. Заплачешь горькими слезами. Я вышел из тех мест, что они пренебрежительно зовут низами. Мое прошлое зарыто на кладбище вместе с армией совсем неосторожных и смешных людей. Плюс
Я пасу свое пастбище из навязчивых мыслей, разрывающих меня идей. Знаю, этот мир однажды будет обречен и захвачен. Ты крутишь у виска и желаешь удачи. Сердце как мячик в груди запрыгало, хочешь — возьми. Я мечтаю в этой гонке остаться людьми и просыпаться каждый день там, где стая поет, и солнце без напряга растопило задумчивый лед. Я знаю, что сейчас мое сердце не врет. Спасибо за все. Здравствуй, я здесь. Это больше, чем я есть. Это больше, чем весь мир. Меня тянет, как магнит, к тебе. Дай еще шанс, если больно дышать. И закрыты глаза, я услышу голоса. Они зовут меня к тебе. Спасибо, друзья. Спасибо. Птица золотая меня хулигана с собою манит. Дни пролетают в хмельном дурмане, но с тобою я раны залатаю. И лед внутри меня тихо тает. Я знаю, ты лишь одна такая. Посмотри на меня и замри. Никуда тебя я не отпущу. На улице зажглись уже фонари. Смотрю на тебя и молчу. Ты тоже посмотри на меня и замри. Нет, не убежишь, я тебя обниму. На улице погасли все фонари, а я не отдам тебя никому. Здравствуй, ты слабость или сила? Такая красивая ты сегодня. Просто ослепительно, превосходно. Счастье, невидимые крылья меня поднимают над серой пылью. Ты сделала это пылью. Посмотри на меня и замри. Никуда тебя я не отпущу. На улице зажглись уже фонари. Смотрю на тебя и молчу. Ты тоже посмотри на меня и замри. Нет, не убежишь, я тебя обниму. На улице погасли все фонари, а я не отдам тебя никому. Я смотрю в твои глаза, что отражает небо. Чувства у меня в груди не знают зла и гнева. Будто мы дети, будто чисты, как ангелы с небес. Спросим оковы, снова слышим стук родных сердец. Я устал скитаться странником по тем дорогам. Просто открой мне двери нашего с тобой дома. Ты спросишь, где момент, в котором счастье? Вот он, найти родную душу среди незнакомых. Посмотри на меня и замри. Никуда тебя я не отпущу. На улице зажглись уже фонари. Смотрю на тебя и молчу. Ты тоже посмотри на меня и замри. Нет, не убежишь, я тебя обниму. На улице погасли все фонари, а я не отдам тебя никому. Посмотри на меня и замри. На улице зажглись уже фонари. Смотрю на тебя и молчу. Ты тоже посмотри на меня и замри. На улице погасли все фонари, а я не отдам тебя никому. Посмотри на меня и замри. Можно, да. Тебя я не отпущу. На улице зажглись уже фонари.
Вот двое спереди прям вообще молодцы. На улице погасли все фонари, а я не отдам тебя никому. На улице погасли все фонари, а я не отдам тебя никому. Фонари и Лок-Дог сегодня в лайв-формате на новом радио. Все, кто любит качественный саунд, в данный момент находится на нашей волне. Сейчас Саша передохнет, мы тоже, потому что надо послушать роскошную, захватывающую рекламу. И потом вернемся. Живая среда. Возвращаемся к реальности. Меня зовут Кирилл Калинин. Это лайв-проект «Живая среда». И у нас сегодня Лок-Дог. Саша Лок-Дог, где аплодисменты? Я не понимаю. Вы там не стесняйтесь. Да-да-да-да-да. Саш, смотри. Специалисты сервиса Яндекс.Музыка по случаю Дня Сурка... Я собрал всю самую актуальную инфу. Проанализировали, какие песни жители Казани чаще всего слушали на повторе. Они выяснили, и это рекорд, что один из горожан послушал песню Лок-Дога на расстоянии 445 раз на репите. Вопрос. Ему было хорошо. Что ты делал в Казани и зачем так часто слушать свою песню на репите? Ну, это была шутка, ты ее испортил. Черт! Черт, я хотел подвести, что это типа ты слушал свою. Что, правда, было на душе у этого человека, который Блин, ну хорошая полтысячи. Же песня. Да ну, да. Да, не оправдывайся. Нормальная, хорошая, да, песня. Ладно. Послушай 400 раз, когда я уеду, и поймешь. С другой стороны, может, он просто где-то телефон оставил, и там играл песня. Забыл дома и весь день туда-сюда, взад-вперед. Знаешь, я люблю тоже песни, которые мне нравятся, слушать там от 100 и больше. Ах ты, нарцисс. Ну ты делаешь... Нет, не свои, боже упаси, нет. Не, а свои слушаешь? Ну, конечно, слушаю. В процессе создания я думаю, что я их слушаю больше 100 раз, поэтому потом очень редко. Типа надо, чтобы жалеть потом, надо было вот тут допилить, да, тут да, это моя тема. Черт, да, настоящий творец. Ты в плане фитов вообще одиночка, да, такой... Ну, я тут единоличник, да. Привык петь сольно, пить сольно. Пить. Это по Фрейду было, да. Но для этого человека ты сделал исключение почему-то, который скоро здесь появится. Почему именно... Мы-то понимаем, о ком речь сейчас идет. Почему именно с этим человеком, с этим артистом ты решил сделать совместную работу? Тихо! Тихо, это секрет, сейчас, это сюрприз. Да. Знаешь, все, наверное, началось с того, когда я попал на концерт этого человека, да, так. И был очень удивлен, то есть настолько, очень редко настолько что-то вообще резонирует на живых концертах вот во мне, вот. Ну, ты... С тех пор я начал вынашивать эту идею. Долго вынашивал? Ну да, вот, и выносил. Но ты был знаком до этого с этим человеком, или ты таким образом как бы навел мосты и познакомился? Ну, мы были немного знакомы, вот. А что было бы, если бы этот человек сказал бы, нет, я не собираюсь, не буду? Ну, не знаю, я бы, наверное, уговаривал. Давайте, была такая тайна, но Лиза Ёлка сегодня спалила в своем инстаграме, что придет и споет с любимым Сашей. Лиза! Это вы все спалили первые. Ну ладно. Первые, я уже потом. Ну ты уже, да, поставила в этом. А потом я еще в студии спалила. Здравствуйте. Жирная точка. Ёлка и Лок-Дог сегодня споют. Ребят, вы вообще в курсе, что на минувшей неделе вы триумфаторы просто хит-парада «Высшая лига»? Нет, да. Нет, мы не знаем. Конечно, мы знаем. В смысле, конечно. Мы не знаем. Столько смс-ок отправлено было, еще бы. Песня, которую они сейчас исполнят, на вершине высшей лиги. Ну что, Лиз, тебе этот трек понравился, когда вот Саня принес? Или, честно говоря, так? Ну, а как ты думаешь? Ну, скажи правду. Я у нас, такая, ну, не очень, у нас, конечно, но у нас спою. Острая конечно, программа. Мне понравился, естественно. Да. Конечно, у тебя не было выхода, ну, это же Саша, твой любимый. Да, я могу себе позволить петь только те песни, которые мне по-настоящему нравятся. Поэтому да, 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 мне понравилось. Ну давайте уже, спойте же. Давай. Ну давай. Ну, давай. Давай сыграем. Давай.
этих песен нет нигде. Вставай, моя карьера со ступенек лестниц. В проценте мои шансы близятся к нулю. В процессе погружения с друзьями в бездну. Но я намерен делать только то, что я люблю. Самоуверенно танцую с вами на краю. Все отдаю и отдавая, получаю больше в 10 раз. Я перенял этот талант у местных. Разбег, и я взлетаю выше этажей. Гордись и расскажи, что это твой проект. Мы спустим твои сбережения на кураже, и в твоей памяти останется только пробел. Все по плану, если процитировать летом. Понял, что не умею ничего, кроме этого. И вера моя слепа, лето скоро придет. Здесь у стен даже есть душа, и я точно видел ее, когда тянулся. Нами до солнца танцую, встречая свет. Там с моря эмоций и капли на мокрой траве. Нами до солнца сквозь купол больших городов. Ты сам и не знал, что готов достать струк. Нами до солнца. Все нормально, ма, в поиске строчек своих куплетов. И теперь, когда у вас закат, я вижу рассвет. Но не ругай меня, все это однажды мне надоест. А пока я еще живой, мои хулиганы живы. Не связаны между собой жаждой наживы. Я, кажется, тут всех покупаю их без ошибок. Но лишь время нас поделит на правильных и фальшивых. А сейчас хватайте это все и бежим. Забей на это бесполезное нытье и пляши. Наш дом открыт, и полы топчут незнакомые гости. Я без шансов липаю взгляд, и миленький хвостик свой. Она просит меня, я пою. И мы плывем на корабле среди сотен тысяч кают. Его шатает на волнах, и мы счастливы в этом шторме. Знаю этого завтра, уже не вспомню, но сейчас. Руками до солнца танцую, встречая рассвет. С моря эмоций и капли на мокрой траве. Руками до солнца сквозь купол больших городов. Самый не знал, что готов достать. Руками до солнца, растворяясь в просторе, узнаем миллионы историй. А теряем мы, учимся что-то хранить. И не стоит нас в этом винить. Растворяясь в просторе, среди сложного ищем простое. Наше счастье молчит и не знает грани. Солнце, танцую, встречая рассвет. Нас море эмоций и капли на мокрой траве. Руками до солнца сквозь купол больших городов. Ты сам и не знал, что готов достать. Руками до солнца. Еще один большой друг нового радио. Лиза Ёлка. Лиз, ну скажи, у тебя же концерт прям вот-вот, скоро-скоро. Прям завтра-завтра, прям да. завтра-завтра. Ну давай, прорекламируй, пока есть время. Я разволновалась. Прям давай. Завтра-завтра, да. Прям завтра-завтра. Отлично, роскошная реклама, все. Да, я умею себя рекламировать. Я умею себя продавать, ребята, если что, обращайтесь. Ну ладно, интернет есть у всех, 26 июня. Да, прям завтра-завтра, и мы споем эту песню завтра. Все, приходите, пожалуйста, да, все, я пошла. Лиза, далеко не уходи, еще чай не допит. Она не слышала, что я говорю. Я слышу. Саш, ну а теперь та самая песня, которую кто-то любит в Казани слушать. 423 раз сегодня она прозвучит. Для жителей Казани специально. Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк. Теперь лишь длинный гудок и дождь, но никто не виноват, что нам стало смеяться с тобой трудней. Мы остались одни, жизнь не стала и с ней. Жду, когда ты придешь, а мне хочется быть с тобой. Но это не мыслимо на расстоянии выстрела. Держаться с моей единственной. Так хочется быть с тобой. Но это немыслимо, что в сердце попавшая мне стрела сломалась бессмысленно. На-на-на-на-на-на. На-на-на-на-на-на.
расстоянии выстрела держаться с моею единственной. На-на-на-на, на-на, на-на-на-на, на-на. Чтоб сердце, попавшее мне стрела, сломалось без смы. Твои глаза горят, ты не поменялась с наших первых встреч. Все, что я хотел, это тебя уберечь за шириной своих плеч. Но в сотый раз смотря, ты стала замечать, что я куда-то плыву. Хоть жизнь была похожа на сон наяву, жизнь не свойственна тебе. А мне хочется быть с тобой, но это не мыслимо. На расстоянии выстрела держаться с моею единственной. Так хочется быть с тобой, но это не мыслимо. Что в сердце попавшая мне стрела сломалась бессмысленно. На-на-на-на, на-на, на-на-на-на, на-на. На расстоянии выстрела держаться с моею единственной. На-на-на-на, на-на, на-на-на-на, на-на. Чтоб сердце попавшая мне стрела сломалась бессмысленно. Видишь этот взгляд? Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк. Лишь длинный гудок. А мне хочется быть с тобой, но это не мыслимо. На расстоянии выстрела держаться с моею единственной. Так хочется быть с тобой, но это не мыслимо. Чтоб сердце попавшая мне стрела сломалась бессмысленно. На-на-на-на, на-на, на-на-на-на, на-на. На расстоянии выстрела держаться с моею единственной. На-на-на-на, на-на. Чтоб сердце попавшая мне стрела сломалась бессмысленно. Среди на новом радио. Ты мне подпел? Да. Прикинь, попал даже. От души. Саша вообще не хайпит. Примерный семьянин, понимаешь. Песни пишет. Другим артистам тоже. Татух нету по всему телу. Кстати, да, не замечен. Не в чем дело? Смотри, Ульяновск 73. Можно было бы на шее прямо. Да. Ну нет. Почему, кстати, нет татух? Типа... Ну, не знаю, не нравится мне эта тема. Ну, ладно, давай ее закроем. Про примерного семьянина. Еве Александровне 7 лет, да, насколько я знаю. Да, дети сейчас невероятно прогрессивные, в отличие от нашего поколения, которые да, кубики в 7 лет только еле-еле собирали, я с трудом. Да. Сейчас они из App Store приложения скачивают, все такое. Из iTunes скачивает ли Ева себе какие-то песни? Вопрос о музыке. Нет, я ей все приношу так, ставлю на колонку. Вот, что ты ставишь, что из музыки ты ей подбрасываешь, от чего бы тебе хотелось оградить ребенка своего? Ты знаешь, я понимаю, что уже оградить, наверное, невозможно, потому что она сама уже находит то, что ей нравится, и ну как-то так. Ну что-нибудь такое самое необычное из ее плейлиста? Недавно я слышал, что она поет песню «Блэк Бакарди». Я очень удивился. Подожди, это еще... Даже не знал, как себя повести, если честно. Ну, слушай, там же про алкоголь, Саш. Не надо ли эту песню... Она сказала, что я не знаю, про что там. Я просто пою. Конечно, я на всякий случай iPad забрал. Но, тем не менее, вот как-то так. Вообще, ей больше нравится нормальная музыка. Тяжелый рок, там... Иногда какие-то мои произведения, но мало моих, на самом деле. Вот. Да, хотелось бы больше. Классическую музыку она слушает. Не, на самом деле, больше бы и не хотелось, наверное. Те, которые надо ей услышать, я ей уже поставил. Ты, кстати, вот тоже классической музыкой балуешься? Слышишь? Да нет, я особо давно не баловался. Соврал в том интервью, понятно. Ну тогда, ладно. Может, я еще баловался, потом перестал. Все мы по молодости баловались, знаешь, иногда.
нет-нет, да и Моцарта слуханешь и обратно за гаражи. 422 раза. Слушай, ты уравновешенный человек с виду, но понятно, тебя даже в Твиттере не оскорбить. Ну, по крайней мере, это видимость такая. Но что тебя прям бесит, выводит из себя? На самом деле много очень вещей. Ну давай, расскажи что-нибудь, последнее, что тебе прям глаза крови налились. Блин, не знаю, невоспитанность людская какая-то, да, вот я периодически, когда еду в метро, допустим, да, и какие-то люди плохо себя ведут. Так, вот, что делаешь? Я делаешь? Прям могу, ну, так сказать, молодые люди. Я могу изолировать их прямо от общества, вот. Прям в тоннеле? Ну, в вагоне, вот. И, ну, много на самом деле разных. Ты серьезно говоришь, Сад? Да, серьезно говорю, не шучу. То есть кому-то прямо, могу, прямо в поезде прилетало? Могу, да, если, ну, как бы, да, бывало. И, ну, много вещей раздражает меня, на самом деле. Какая-то... Ну, давай, не людская, людская глупость, на самом деле, часто, да, меня раздражает. Вот. А слишком сильное желание как-то, может, вот, хвастовство, да, все вот такого плана. Да. Вот. Ну, нам, идеальным людям, тяжело, конечно, в этом, да, да, в этом да. обществе. Да, ну, я тебя согласен. Понимаю, да. Да. Может, споем? Ну, давай. Ну, давай. Кто поет, ты, я? Не, ну, давай, давай ты, Влад. Слушай, не, давай, тебя, я потом. У тебя какой сегодня трек-лист? Что там? Слушай, так... Ну ладно, я пошел, давай пой. Я, давай ну я, давай я, ладно. Да. Жизнь меняет нас сначала и после, но твердо уверен, мы можем остаться. Времени неосторожно, поступ, прощайте. Отчаянные люди с бесславным финалом. Я здесь все так же стою на своем, и по привычке мне любого количества мало. Куда бы наша шальная судьба ни кидала, все будет хорошо, и об этом споем. Мой лучший друг — это ветер. Прорастаю сорняком среди районов, где обществу ничего не светит. В основе этого творчества шутки со смертью. Спасибо Богу, что оставил зерно в моем сердце. Я снова начинаю расти. Борются демоны и ангелы, а значит, меня можно спасти. Зима или лето, каждый день по ступеньке двигаюсь к свету, который живет внутри. Мне хочется, чтоб в этом MP3 было что-то чуть больше, чем мода. Хочу, чтобы этот звук измерялся в количестве поднятых рук. Это чувство и есть свобода. Веришь, я не вижу в их жизнях несчастья, только слышу оправдания, ленивые стоны. Жизнь все меняет порой в одночасье. И за папина Лавейни накажет условно вверх к небу сквозь дворовую грязь. Ее не смыть этим лоском, как бы я высоко не поднялся. Знаю по утрам общественный транспорт, не знаю, чем живет великая власть. Платье все делят и пилят, им точно не отнять у человека то, что нажито годами усилий. Надеюсь, те, кто знал меня раньше, простили. Желаю им удачи, двигаюсь дальше. За окнами московская ночь, борются демоны и ангелы, а значит, мне можно помочь. Неважно, один или с кем-то, каждый день по ступеньке двигаюсь к свету, который живет внутри. Мне хочется, чтоб в этом MP3 было что-то чуть больше, чем мода. Хочу, чтобы этот звук измерялся в количестве поднятых рук. Это чувство и есть свобода. Спасибо, друзья. Спасибо. Спасибо вам всем, было приятно сегодня работать в таком тесном и каком-то домашнем кругу. Это необычно, но очень круто. Песня «Крылья».
груди ощутил дискомфорт с непривычки. Закончились нычки те, где я прятал лекарства. Прощай, серая жизнь, торопливая масса. Вновь закрыт внутри своей души, где мое государство. Без рас, без правителей, без вражды, без прав и правоохранителей. Без страсти, без чувства нужды. Позволь побыть в этом бедламе немного живым, хотя бы немного. Ударь туда, где мне страшно и трогать. Мы копим под панцирем суеты, ежесекундные стремления. Зарыв в землю, большие мечты нас гордых не ставят на колени враги или стыд. Но если вдруг все стало пустым, слезно кричим в небо. Крылья наши верни, когда нам стало одиноко с этими людьми. Прости и пойми, иду к тебе на ощупь. Может быть, в итоге все окажется намного проще. Все, что внутри души, ты за тяжелыми замками лучше не держи. Живи и дыши, а дальше будь как будет. Я решил начать с одной судьбы из миллиардов судеб. Каменную кожу с грустного лица. Я смеюсь, как будто моя повесть чистого листа. Представив, что поднимаю тяжелые веки, вижу вместо серых новостроек хрустальные реки. Время, ты был прав, время, мой брат. Иду по асфальту, под который укаталась живая трава. Среди слепцов, желающих мести, интриг и расплат. Пустив в расход то, что годами копил и искал. Но разве это то, что нужно? Вновь овдовевшая душа закрыта на семи замках и мерит то, что чуждо. Всю чушь, лучше разбиться среди скал, чем привыкать к этой доске, прикрыв ее спокойствием снаружи. Как шут, выбросивший, смеясь, свой парашют. Привыкший чуть что заметать следы, менять маршрут. Тише, я знаю. И такого, и меня там ждут. Я только лишь тебя прошу, я тебя прошу. Крылья наши верни, когда нам стало одиноко с этими людьми. Прости и пойми, иду к тебе на ощупь. Может быть, в итоге все окажется намного проще. Все, что внутри души, ты за тяжелыми замками лучше не держи. Живи и дыши, а дальше будь как будет. Я решил начать с одной судьбы из миллиардов судеб. Наши верни, когда нам стало одиноко с этими людьми. Прости и пойми, иду к тебе на ощупь. Может быть, в итоге все окажется намного проще. Все, что внутри души, ты за тяжелыми замками лучше не держи. Живи и дыши, а дальше будь как будет. Я решил начать с одной судьбы из миллиардов судеб. Итак, камера еще отъехала от тебя на вот этих нотах. Красиво было, да? Обрыдаешься, Сань, ужас, не могу. Один из тех, кому не нужен сценический образ, потому что в его жизни различных событий, драматических и позитивных, хватило, чтобы эту маску не надевать, не придумывать. Саша, Лок-Док, сегодня в лайв-проекте «Живая среда». Еще аплодисменты, пожалуйста. Саш, ну тем, кто хочет тебя послушать, надо поехать в Питер, я насколько знаю, да? 17 числа, кажется, концерт у тебя. Кажется, да, я тоже мастер саморекламы, поэтому я не помню. Да вы с Лизой нашли друг друга в этом плане. Все за вас, ребята, и приходится делать. Крыша Хай-Хэт, Санкт-Петербург, 17 августа, Лок-Док. И елка, я думаю, возможно, тоже там будет. Все, вот так вот мы завершаем сезон, живой сезон. В сентябре продолжим, а Саша еще неоднократно к нам, я думаю, придет. Потому что это реально круто вообще. Спасибо вам всем, друзья. Спасибо, очень круто. Кирилл Калинин, мы услышимся. Пока! Живая среда. Live. На новом.